зайдите, или вы мне пишете много писем. Вот, например, Наташа, если тебе отрезать голову, то ты еще 5 минут сможешь вести свой бьюти-блог. Спасибо! Я такая, я работоспособная. Да, спасибо, девчули, спасибо. Вы такие молодцы. Сегодня я вам расскажу, как сделать макияж в стиле нуде. Something nude. Правильно говорить нуде. Нуде! Ну здесь! Девчули! Чтобы сделать макияж нуде, берем вот такое лицо. Это, кстати, моя натуральная красота. Я не накрашена, только что проснулась. Так нельзя сильно врать, мне кажется. Девчули, макияж нюде — это такой макияж, который вы краситесь, краситесь 2 часа, а он выглядит, как будто вы вообще не красились. Короче, я буду учить вас, как просрать 2 часа своей бьюти-жизни. Девчули, а для начала берем вот такой вот кремик. Интересно, чем он пахнет. Вкусненько, вкусненько пахнет, как шаурма на вокзале. Вы спросите: Натуля, откуда ты знаешь, как пахнет шаурма на вокзале? Пусть это будет мой бьюти-секретик. Мой и шаурмешная Уашота. Шаурмешная Уашота открыта с 9 до 8. Дальше берем вот такой кремик. Если вы сильная независимая женщина, вам вот такой кремик будет очень полезен. Но мне он ни к чему, конечно же. А где, а кто брал крем? Кто мы брал крем? Огурец такой. Значит, надо. Что дальше? Берем вот такую вот пудра панда. Как фамилия из Рудена кого-то. Берем кого-то из Рудена, вот такого, и замазываем свои вот такие, как у панды, черные круги под глазками. Девчули, чтобы не было кругов под глазами, пользуйтесь пудрой пандой, либо прекращайте прибухивать. Лучше пудра, да. Теперь у вас нет черных кругов под глазами. У вас есть белые фигни вот такие вот. Тюля, нельзя говорить черные круги, надо говорить афрокруги. Да. Дальше берем вот такой флакон и закапываем под глаза. Многие мои подписчики считают, что надо закапывать мне не под глаза, а надо закапать меня целиком. Да, удивительно. Берем опять такую вот пудру медведик и давайте, не медведев, медведик. Просто пудра, он лежит, ничего не делает. А нет, медведев, все верно. Вот первый раз в жизни прав оказался. Пудра медведев, ничего не делает вообще. Вот такой макияж нуде. А вы такая женщина-загадка. Ну, потому что непонятно, блин, где у вас брови, где рот, откуда звук. Женщина-загадка такая. А отгадка — огурец, нашла его все-таки. Под кроватью лежал кто-то вот. Будьте красивыми или такой, как я. Девчули, и запомните одну фразу. Меня трудно найти, легко потерять и невозможно слушать. Да. Поэтому слушайте мои видеоблоги без звука. Чао-чао. Держитесь там.